Мы не скажем. Почему скажем? 43. Возраст – это не показание, не противопоказание. Это формальность, которую в карточку вы потом внесете. Да? Я не люблю вот в эти игры. А сколько лет вы мне дадите? Так, последняя парта, вас сейчас рассажу по одному, в детском саду. А сколько лет вы мне дадите? А на сколько лет я буду выглядеть моложе? На 20. Хуже не будете, и на том скажите спасибо. А лучше бы... Все, что мы с вами делаем, это безопасная, действительно реальная возможность, используя качественные препараты и зная срок биодеградации 8-12 месяцев, замедлить этот процесс, который идет каждый день. И так и надо объяснять, насколько вы будете лучше, как повезет. То есть всегда есть вариант делать либо не делать. Если мы делаем, то вы хуже не будете, чем сейчас. Если мы не делаем, то лучше вы точно не станете, чем сейчас. Вот только и всего. А на сколько лет, да, моложе? Сколько раз мы уже делали? Один. Один? На сколько лет моложе стали за один? Хуже. Я помню, сильно старая. Но хуже точно не стала. Не хочу быть старой, вот и делаю. Вот и все.